На помощь олимпийской столице дополнительно направили 255 автобусов и больше 500 легковых машин. Самый большой вклад внесла краевая столица. 90 автобусов из Краснодара бесплатно доставляли болельщиков к стадиону «Фишт». В авто установили дополнительные камеры видеонаблюдения, систему для слабослышащих и слабовидящих граждан. Водители также прошли специальную подготовку. Мы понимали, какой поток гостей и туристов ожидается на время чемпионата в Сочи, и усилились по всем направлениям. В первую очередь была обеспечена бесперебойная работа транспорта. Было принято решение о привлечении дополнительных рейсовых автобусов и электропоездов «Ласточка». Сейчас муниципальные автобусы, которые отправляли на чемпионат, вернулись на маршруты. Губернатор отметил, что большое внимание уделили и здоровью спортсменов. Для этого в Сочи и городах, где базировались команды, это Краснодар, Анапа и Геленджик, закупили почти 30 карет скорой помощи. Они остались в этих городах и оказывают помощь жителям и гостям муниципалитетов.